Ни для кого не секрет, что в Гриотаге уже очень много олдов. Много игроков, которые застали игру, когда она только появилась, когда она только развивалась, была серой, недоработанной, имела много багов и так далее. Их довольно много, не будем этого отрицать. Многие из них даже скучают по старым Гриотагу, да что отрицать, я тоже скучаю. Да, это говорю я, который начал играть всего в 23-м году. Ну так вот, в этом видео я отправлюсь в одни из самых старых версий Гориллатаг. Это будет релиз, это и еще более старые версии. Там, кстати, даже будут роботы. Ё-моё, просто... Что это такое? Почему здесь стенка? Здесь ничего нету, здесь ни каньонов, здесь ничего нету. Есть только стол. Такие вот, садитесь сюда, получается, такие... Что же мне поделать? Поиграть в мой компьютер, который почему-то на полтора экрана меньше. О, кстати, а здесь много разных кнопочек, оказывается, есть. Почему мы потеряли вот эти кнопочки? Вот. Почему? Это релизная версия Гориллатага. И что я могу сказать? Здесь все как-то бледно. Прям очень заметно, пустовато. Но это релиз. Эта версия где-то около 3 лет, наверное. И, о май гад, просто, ё-моё, посмотрите. Здесь буквально... Что это за челлендж? Вот вы представьте, вы новичок, вы только зашли сюда. Вы спрыгнули с дуба и такие... А как запрыгнуть? Такие, прыгайте и падаете где-то вот здесь, допустим. Вам же сначала придется идти. Это так неудобно было. Все-таки хорошо, наверное, что сейчас по-другому это все дело выглядит. Такое ощущение, будто здесь что-то должно стоять. Честно. Костра нету, кстати. Даже не заметил. А еще... У травы звук камня. Здесь всего один звук. Даже у горки. Стой. Это... Че она такая яркая? А вот, кстати, и баг. Да уж, очень древний баг. Стойте, мне кажется, или здесь нету Slippery Walls? Стойте, а что, получается, мы можем за карту вылезти? Черт, я не привык со Steam играть. Ладно, это будет сложнее, чем я думал. Намного сложнее, чем я думал. Реально, здесь невозможно ничего сделать. Старая физика. Просто она не позволяет делать все трюки, которые мы имеем сейчас. Вот такая вот релизная версия Гориллатага. Воу! Итак, друзья, вот я и в пре-альфе Гориллатага, и я робот. Причем фиолетовый. Кстати, а еще я тут заметил, камера только сзади, потому что камера мода нету. Вот... Ну, ладно, в принципе, и так нормально. И я, кстати, на туториале, как иронично, хотел сюда залезть, но только здесь появился. Да. Вот он, наш красивый туториал. Как же я давно тут не был, ё-моё. Ой, кстати, текстурка такая маленькая. Или это я большой? Вау! Все то же самое, только я робот. Честно, мне нравится. И здесь уже не красный экран. Ну, можно привыкнуть, в принципе, к этому. И здесь также ничего нету, в принципе, да. Оно и логично, потому что это, наоборот, версия назад. О, я даже могу с компьютером взаимодействовать, смотрите. А что если на Russian зайти? Доисторический Russian, как он такое? Color. Это что такое? Нет, нет, я не буду это трогать. Спасибо, не надо мне такого. Блин, а... А вдруг здесь реально сервера работают? Что-то какие-то ступеньки другие, как будто, вам не кажется, вот здесь вот, на домик? Вау. Честно, очень прикольно. Но... Это все так же недоработанная баганная игра. Здесь нету звуков. Да, я так говорю, будто это наоборот более новая версия. И ожидать мне чего-то большего. Ух, ну у меня почти получилось. Нужно туда залезть.
Вон там, по уголку этому. Это был тупой маневр. Я чуть упал. Прям капельку. Блин, меня откинуло. Да, здесь прикольно. Кстати, вот и будущий пляж. Только именно здесь на него еще даже намека нету. Вот так выглядела стенка раньше, вот где сейчас вход на пляж. Даже щели нету. Блин. Ладно, а теперь мы идем в версию еще старее. Ну что ж, погнали. Ём, почему здесь такие громкие звуки? Здесь очень громкая ходьба. И очень убогая физика. И тут написано Walk over here, buddy, use your hands. Hey, good job. If you push off hard, you jump too. Try to get out the cave. Ходи где хочешь. Ну, дружище, используй свои руки. Эй, хорошая работа. Если ты много махал руками и прыгал тоже, попробуй выбраться из пещеры. Ну, давайте попробуем. Это у нас доисторический туториал. Тут видно отголоски нового туториала. То есть, все, в принципе, так же было. Вот это мне лень читать, если слишком много всего. И в старом туториале вам надо было аж прыгать вот прям высоко очень. И ё-моё! Что это такое? Просто что это? У меня даже цветов нет. Ну давайте я белым стану. Как это работает? Вот сюда, наверное. Вот я красный. И я черный. Нет, так не годится. И... Опа, я белый. Отлично. Ну, у меня сгорело. Я не хочу горилла. Кстати, тут такая клавиатура неудобная. Минус один. Просто онлайн минус один. Думаю, welcome to the lobby. Это что у нас? Киевы? Погнали в Киевы. Ой! Это ловушка. Чё насчёт этого? Ну ты чё на приколе? Чё это? Где карта? Вот это вот что-то типа доисторического фореста, вот, друзья. Сейчас вы можете наблюдать на своих экранах. Максимально убого, но эта версия аж 19-го года, насколько я знаю. Или 20-го, я не помню. По факту мы должны быть благодарны тому, что Лемминг еще в далеком бородатом 2019 сделал вот это вот. Да. И благодаря этому он продвинулся в своих умениях, и мы получили то, что сейчас имеем, да. У гориллы такая же рука. А что значит? Мы роботы?